Впервые ко мне меня осенило в феврале месяце. Мы были в Уфе, у Анура. Вот. Ну и, как и свойственно друзьям, перед сном, короче, мы... Нет, не ебались. Болтали. Вот. И... Всем привет, друзья! Давно я хотел вам показать свое место работы, вот, в чем оно вообще заключается, показать свое рабочее место, аппаратуру, оборудование, на котором все это происходит, на которой я записываю видео, студию непосредственно. Вот. Ну и сейчас, в общем-то, выдалась такая возможность. Я в выходной работаю один, сегодня у нас две съемки, два праздника. Вот. Ну и, в общем-то, как идет мой рабочий день. Находится офис в центре города. Жалко, что не всегда много места для парковки. Вот. Обычно я ставлю его сюда, но, блядь, место занято, короче. А напротив, прямо перед входом, продают шаурму. Вот, в общем, тут все так близко, все рядом. Непосредственно сам Уфанет. Вот, оказывается, эта компания существует уже 21 год. Мы с ней ровесники. Но узнал я о ней только вот весной. Так, это у нас происходит. Дни рождения, в общем, все такое корпоративное. Ну, возникла такая идея, что многие песни, которые сами по себе по сути классные, имеют какой-то там, я не знаю, даже смысл, которые именно приятно слушать, то есть которые, ну, зайдут в массы, но почему-то они не столь популярные. То есть, ну, у меня очень много любимых исполнителей, которые, ну, по той или иной причине, не добились какого-то успеха. Конечно, продюсером я их не стану и большую огласку не дам, но хотя бы именно в своей оставшейся аудитории, которая у меня осталась на Ютубе, я хочу, чтобы именно мои зрители ознакомились с теми песнями, которые считаю классными я. То есть это могут быть разные абсолютно исполнители, к примеру, начиная от каких-то ноунеймов, которые там первый раз видят микрофон, но уже у них очень хорошо получается, и заканчивая уже там уже какими-то прославленными исполнителями, которые заслужили свое. Там треки будут абсолютно разные, это не обязательно рэпчик. Вот я меломан слушаю, там и 80-е и так далее, поэтому думаю, каждый найдет себе что-то да оставит. Просто много таких ситуаций было, когда мне в ВК писали, что благодаря моим туторам они начали слушать ту или иную группу там или песню, вот в душу так запало. Я подумал, а этих же песен у меня, ну, по сути, много, которые, ну, я уверен, не оставят никого равнодушными. Вот, и проект, в общем-то, будет называться «Советую послушать». Да, вот так незамысловато, так просто. Но, зайдя на YouTube, как бы схожие проекты я не нашел. То есть, да, окей, там рекламят за деньги кого-то и так далее. Я же буду просто это все продвигать за идею. То есть, вот классная песня, можно послушать в машине, можно под нее подвигаться, я не знаю, там поныться и так далее. То есть, как бы вот так вот. Просто вот хотел вам, ребят, рассказать. Вот. Не входить, идет съемка. Но это никого не останавливает, потому что входят все, кому не лень. А здесь у нас сидит главный редактор, но он сейчас не сидит, потому что он в Стерлитамаке. То есть, ну, это просто его как бы кабинет остался. Вот это вот испорченные штативы, которые мы уже не юзаем давно. Я не знаю, когда юзали, я пришел на работу, они тут и лежали. А здесь рабочие моменты, меня тут ни на одной фотке нету, ну потому что я относительно недавно сюда устроился. А здесь у нас записывают звук, вот тут можно рэпчик писать, треки всякие, вот, и свою аппаратуру сюда притащить. А устройство для подключения, устройство, говорю, кабеля для подключения прямых эфиров. А наш
наши пресс-карты, бэджики. Пресс-карту мне еще не выдали. Вот. Ну и, в общем, это сам офис. Тут вот так вот свет врубаем. Но я люблю без света, поэтому как дома, короче. У меня дома тоже относительно такие красноватые шторки, тут жалюзи, но оттенок передает хороший, то есть прям вот реально, как будто дома. Ну и вот, в общем-то, наш мерч. Кепочка моя так хорошо сидит на ней. В общем, здесь это такая мини-студия. Тут, конечно, вот этой вот коробки быть не должно. Записываем мы здесь SLV Live, передача была, но я ее не застал почему-то. Вот. А тут мы обычно отписываем всякие интервьюшки, то есть сажаем людей, включаем вот такое вот освещение. Так, вот. В общем, вот это простой объектив с серебряной полоской. Конечно, сейчас меня многие видеографы и фотографы могут затралить, потому что я в объективах не силен. Вот, но все же постараюсь вам рассказать, что куда. Вот на эту камеру и на этот коротенький объектив мы записываем ведущих. То есть он никак не зумируется, только вот настраивается в фокус. И картинка, короче, лучше. Так, вот это стоковый объектив. Вообще не понимаю. Он, походу, шел вместе с какой-то зеркалкой. Но сейчас я этой зеркалки не вижу. И он довольно-таки потрепанный. Потрепанный жизнью. Так, что тут делает бокал? Так. И вот, в общем, объектив Элька. Наверное, как его любят называть, с красной полосой. Эль, ну, считается люкс. За него многие люди очень дохера переплачивают. Тут как будто бы очень большие крутые возможности. Но я как не очень углубленно занимаюсь видеосъемкой, я этого всего не понимаю. Вот, конечно же, хотелось бы, чтобы меня кто-нибудь натаскал в плане обработки картинки, чтобы я, к примеру, мог не только в редакторе делать какое-то именно изображение хорошее, но уже непосредственно при съемке, то есть чтобы не допускать каких-то элементарных ошибок. Так, что тут у нас? Нам, короче, выдали новые пекарни. Вот я пока сижу, делаю все на ноуте, но моя пекарня лежит. Сейчас я вам скажу, где моя пекарня лежит. Вот. Моя пекарня лежит вот здесь, и мне ее еще не подключили. Но мне, в принципе, не принципиально, потому что... В принципе, не принципиально. Какая тавтология, блин. Мне это не срочно, потому что у меня пока на ноутбуке все сохранено, там все проекты и так далее. Вот. Вот эту пекарню вчера около получаса настраивали, то есть подключали к общему серверу и так далее. У нас своя общая локальная сеть, свой сервер, куда мы там все сырье скидываем во время съемок. Вот. В общем, рабочий график тут охуенный. Я просто, знаете, я счастлив. Я высыпаюсь иногда, правда. Ну, вчера это была моя проблема, потому что я решил 2 часа. Ну ладно, подумаешь там. Ладно. Не посплю. Время уже 4. Такой, ну блин, ну часа 3 у меня есть в запасе, даже больше. Вот. А время шло, и все, мне надо приезжать на работу. Вот. Вот это вот тут мое любимое место. Я обычно включаю кондей, и он прям на меня тут там. Я его... Сейчас я прям покажу, как это все работает у нас. Так. Вот он, кондейчик наш. Вот так вот взять шаурму напротив. Ну, там, кстати, шаурма невкусная. Там очень вкусная пицца. Включаем кондей на минимальную 16 градусов. И, понимаете, и просто вот балдеем. Наслаждаемся жизнью. Ребят, центр города. Через дорогу там большой гипермаркет «Магнит». Напротив продают шаурму вкусную, причем, ну... Нет, опять я про шаурму вкус. Шаурма там невкусная, она течет. Я ее 2 раза уже выкидывал. Вот, там охеренная пицца прям. Вот. Вкусная пицца, кафешка напротив. Рядом шматье, магазин. Ну, они, конечно, не столь принципиальны. То есть, ты же не каждый день, блядь, за шмотками ходишь. Но все же, то есть, вот это вот именно очень мне нравится. Само расположение офиса.
Очень быстрый выезд из города непосредственно сам, то есть там не надо нигде плутать, как это, к примеру, в офисе танков онлайн в Перми. Вот, кто был там, ну, из вас, наверное, никто не был, тот поймет, как до туда муторно добираться. Ладно, кондей выключаем, а то у меня, может, слышите, забитый нос, и поэтому не будем рисковать. И так болею. В общем, сейчас, сегодня мы отсняли администрацию, были утренние съемки, где-то к 10 надо было подъезжать. И знаете, как получается, я мэра соседнего города вижу чаще, чем своего, то есть где я живу, ну, потому что я по работе очень часто с ним вижусь. Вот. Отсняли награждение в администрации, после поехали в парк, сегодня же день города Салавата, кстати. Отсняли все там, концертную программу, Сабантуй непосредственно, Сабантуй, может, знает, кто это, что за праздник. Вот. И сегодня вечером к нам приедет какая-то звезда а-ля 90-х и, ну, тоже, в общем-то, поздравит горожан с праздником. И это надо будет тоже заснять. Поэтому у меня сейчас пока нет ни съемок, ни каких-то рекламных роликов монтировать. И поэтому, ну, просто вот наслаждаемся жизнью, как я и говорил, вот так вот опрокидываемся. Я ее специально настроил, чтобы упиралась в стенку это кресло. Ну и, в общем-то, ничего не делаем. Тут можно сейчас включить ноут свой, там, подключиться по Wi-Fi, кстати, какой он халявный и на очень большой скорости. Вот. Ну, тут просто жить можно. Вот я бы остался, серьезно. Так, Блэд, хотел взять картридер и скинуть файл с этой камеры, с моей, на ноут. Он у меня вчера, грубо говоря, был в руках, сейчас все ушел. Вот. Ну ладно, тут еще минут на 30, короче, есть запись свободного места. Вот, поэтому все подержим на камере, на флешке. Из релиза мне понравилась только Пуля Дура и Пироман. Они прям такие агрессивные, прям под них подергаться можно. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.